тепла, электро и даже мифические атомовозы меркнут перед мощью угля и пара, уверен специалист по данному вопросу Владимир Колесников. В паровозах, в отличие от современных локомотивов, гораздо больше романтики и даже страсти. Каждый из них обладает своим характером, душой и голосом. Раньше жены встречали машинистов по свистку паровоза. То есть паровоз заходил на станцию, подавал гудок, и по гудку уже узнавали, какой машинист на каком паровозе едет, уже выходили встречать. К 70-летию Победы в Ростов со станции Тихорецкая отправят сразу два локомотива. Довоенный паровоз серии R потянет сам ретро-поезд, а этот железнодорожный гигант отвезет в Ростов персонал. За маркировку буквой L этой серии локомотивов его прозвали «Лебедь». Через пару недель оба паровоза поставят на рельсы. 10-12 числа апреля эти два паровоза будут экипированы, заправлены и будут подготовлены для отправки на станцию Батайск. Сейчас идут последние приготовления, а непосредственно к празднику локомотивы украсят и нарядными отправят в донскую столицу. В юбилей Великой Победы ретро-поезд смогут увидеть все желающие. Владимир Савеленко, Дмитрий Андриянов, на Дону.